Обрушение стены жилой многоэтажки. В доме по улице 20-го партсъезда 53 снова обвалилась кирпичная кладка. Это уже не первый случай, когда мечи бьют тревогу. Их дом разваливается прямо на глазах, в то время как в администрации пеняют на самих жильцов. Причиной называют самовольно оборудованные душевые кабины в доме без качественной гидроизоляции. Итог такого ремонта – вода размыла стену и кирпичная кладка разрушается. Уже стабильно раз в месяц. Последний раз стена обвалилась в конце апреля текущего года. Тогда в мэрии заявили, что здание признают аварийным только в случае, если жильцы напишут соответствующее заявление, а латать дыры будут специалисты фонда капремонта. Но не в экстренном порядке, а когда до дома дойдет очередь, примерно в 2022 году. В администрации Советского округа нашему телеканалу сообщили, что сейчас эвакуация жильцов не требуется. Но доступ к санитарным комнатам ограничен. Жильцы многоэтажки вынуждены пользоваться биотуалетом. Управляющей компанией ЖКХ «Каскад», осуществляющей аварийное прикрытие дома, выполнена установка ограждения места обрушения стены. Ограничен доступ жителей к помещениям, туалетов и душевых комнат, граничащих с обрушенной стеной. Кроме того, управляющей компанией поставлены биотуалеты. А также жителями составлен иск к Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области об обязании включения многоквартирного дома номер 53 по улице 20-го партсъезда. Краткосрочный план реализации региональной программы проведения капитального ремонта дома в 2021 году.